Так, вспышка работает нормально. Есть. Так. Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, дорогие друзья ВКонтакте и в Одноклассниках. Сегодня 30.09.2017. Сегодня у меня новый уровень 550. 550 в Одноклассниках. Уровень 550 в Одноклассниках. Победа. Сейчас я снимаю все со вспышкой. В полной темноте, уважаемые подписчики. Ладно. Итак, уважаемые подписчики, так. Сейчас передаю всем привет. Так, все. И вот, я ездила в музей Бункер 42. Военный музей. И там я купила. И там мне мама купила. Мама купила мне брелок в виде пули. Уважаемые подписчики, если кто-нибудь знает из вас, это настоящая пуля или нет, напишите. Напишите, пожалуйста. Так, все, уважаемые подписчики. Так, и по традиции на губной гармошке, если получится. И по традиции на губной гармошке, так. Так. Так, ладно, уважаемые подписчики. Я сейчас видео снимаю, смотрите. Вот это мои игрушки. У меня игрушки есть, уважаемые подписчики. Ой! Сейчас, уважаемые подписчики, возможно, я сниму, как котики югаются. Смотрите, уважаемые подписчики. Так, все, уважаемые подписчики, ладно. Я смотрю сейчас передачу «Кто хочет стать миллионером». И там все не играет Илья Вербух. Играет Илья Вербух со своей помощницей. Не знаю, как его зовут, то есть. Извините. Так, вот этот мой телефон Бигью, его восстановили за 1000 рублей. Так, ладно, уважаемые подписчики. Вот. На нем 5 палочек, 2 палочки пропал, вот, уважаемые подписчики. Там у него нижний динамик сгорел, вот этот. Вот это там дырочка такая мелкая. Вот она мелкая дырочка, уважаемые подписчики, она сгорела. Ладно, всем, уважаемые подписчики, передаю всем привет. И поздравляю вас всех с праздником. Вера, надежда, любовь. Матери София. Поздравляю всех с праздником православным. Поздравляю всех Вер с праздником. Поздравляю всех Надежд с праздником. Поздравляю всех Люб с праздником. И еще поздравляю всех Софи с праздником. Поздравляю Софию Ротару с праздником. Еще я поздравляю Веру. Веру Сердючку поздравляю я. Который, а я и тут такая вся, дочь Гибана, я и тут такая вся, на сердце рано. Так, уважаемые подписчики, что бы еще показать? Ага, вот. Вот, уважаемые подписчики. Тут у меня все есть. Ага, вот. Вот у меня есть... Вот у меня есть телефон Махви. Телефон Махви. 18.45 сейчас показывает. Так, уважаемые подписчики, передаю всем привет. И у меня появился новый Мишка, Мишка Панда. Еще у меня появился белый кролик Пушистик. Угу. Oh.
Вот сейчас я снимаю в полной темноте, со вспышкой. Всем привет, вон там вспышка видна. Всем привет, уважаемые подписчики. Всем привет, всем привет, всем привет. И еще, уважаемые подписчики, хочу вам сказать печальную новость. 26 декабря... Ой, тьфу! Тьфу, блин, простите, уважаемые подписчики. Простите, уважаемые подписчики. А ведущий ошибся. Итак. 26 сентября 2017 года умерла Наталья Юнникова в возрасте 37 лет. Умерла актриса из телесериала «Возвращение Мухтара». Она играла там Василису. Ладно, что вам еще рассказать о вашем подписке? И еще раз, сегодня ровно 40 дней, как умерла моя подружка любимая. Царство ей небесное. Царство ей небесное, Боже, по земле ей под пухом. Инночка Иванова, подружка моя, сегодня 40 дней. Уважаемые подписчики, с понедельника начинается новая серия фильма «Не плачь». 21:30. Новый серий сериал «Нюхач». Все смотрим, уважаемые подписчики. Нюхач и ульт. Все, уважаемые подписчики. Так, все. Ладно. Подписывайтесь на мой канал. Пока-пока. Всем пока. До встречи на следующих уровнях. Пока-пока.